Всем доброе утро. Еще один день в нашем прекрасном городе Владивосток начинается. Я снимаю для вас на канале все реальные события, герои. Нет никаких фейков. Бывает под комментариями пишите, что ну, это фейк, там пенсия у нас не такая, что-то тоже не так. Все реальное. И люди, и дома. Вот автобусы стоят, которые ждут на конечной остановке. Это здесь торговый центр «Дружба». Там прямо автовокзал. И погода сегодня пасмурная. Дождя сейчас нет. Будем надеяться, что пройдет мимо. Одевайтесь потеплее, кто местный, так как ветер. Можно даже на голову какую-нибудь шапочку. Все уже позеленело. Через 10 дней будет последний звонок у школьников и выпускной в этом году, как всегда, тоже в июне. Кто еще не приобрел наряд для выпускного, платья красивые, костюмы, сейчас у вас еще есть возможность это сделать. Столетия Владивостока и так дальше. Так, снимаю в основном в этом районе, так как я рано утром сюда приезжаю и здесь работаю, в этом районе работаю. Другого не дано пока. Смотрите, можете увидеть, как одеты. Соответственно, такая погода. Видите, как кто у нас здесь живет. Как и во многих городах России, много приезжих. Они приезжают сюда. У нас приезжают, чтобы заработать и там приобрести жилье. Семьи кормят. Люди так вынуждены оставлять свои дома родственникам. Кто-то детей оставляет здесь с родителями. И сюда приезжают зарабатывать. Саженцы. Сейчас покажу вам. Чисто везде. Так, вот саженцы. Сейчас посмотрим. Доброе утро. Доброе утро. Жимолость декоративная, кому надо. А цены какие? Вот сколько жимолость? Жимолость 500. 500 рублей. А она как приживается у нас? Очень хорошо приживается. Хорошо приживается? Да, это декоративная. Ага. Ну, я вижу, там написано. Так, вот хорошо. Угу. Вот это... А там голубое веретено. Понятно. Крупный сорт. Крупный сорт. А это сколько веретено? 500. Вот. Тоже 500. Вот такие цены. Ух ты, какая красота. Это туя книжная. Из красной книги, что ли? Или с какой именно? Так, а туя сколько? Полторы. Это 1500 туя. Сейчас вот вам прорекламирую. И придут, может, у вас купят. Приморская красавица.
Не обладает высоким ростом, достигает средних размеров. Угу. Так вот, кого интересует, сюда приходите и покупайте для ваших огородов. Здесь вот прямо. Так, что тут рядом? Посмотрим. Вот смотрите, рыбный рынок, самый ориентир. Ой, там вдалеке сирень, как красиво. О, а тут прямо кусты сирени. Здрасте. А редисочка сколько? По 100 рублей. 100 рублей? Ой, уже цветет, растет, да? А сиренька? Вот этот? Вот такая 300, вот такая 200. 200? Не там сорвали? Вот там кусты как. Да я шучу. Понятно, что вы привезли это с собой. Так, ну вот. О, лук еще интересует. Вот это щавель. Лук. Лук сколько? Так, убежали. Ну и ладно. Сами посмотрим. Ну, я думаю, примерно вот это все по 100 рублей. Видите, домашние в этих кустах не сорвали. Вот кусты. Мы с вами увидели кусты сирени целые. Так, редиски полно. Еще какая крупная. Вот крупная, видимо, тоже по 100 рублей. Оно все. Лук. О, это что вот это? Это папоротник осмун. Это папоротник? Вот это вот орляк. Вот это? Вот это осмун, вот это орляк. Вот этот готовится быстрее, это чуть подольше. Да. Этот надо кипятить побольше, ага. А этот 3 минуты достаточно. 3 минуты, и потом что с ним а делать? А потом слить лучку, морковочку, поджарить. А ага. Потом вот это, что вы это самое слили, на сковородочку. Чуть-чуть посолили, и все. Хорошо. Ой, прямо рецепт нам дали. А сколько стоит вот эта тарелочка? 150 тарелочка, но я долаживаю, знаете почему? Чтобы оно не рассыпалось, ага. Я долаживаю. Ага. Сколько вы еще раз? 150. 150 да. Рублей всего. Это недорого. Это вообще я недорого. Собирала, у меня все пальцы. Да вы что? Это вообще. Ну понятно. Вот помощь, пенсия. И снова здравствуйте. Помните, снимали этого мужчину здесь. Сколько яйцо домашнее? 200 рублей. Сколько? 200. 200. Ой, какие красивые яйца. Так, вот наши герои, я их уже снимала. О, да. Ну вот, такие цены. Все здесь есть и крысы, и мыши, и тараканы убиваются. Так, носочки. Что во что гораздо. Продается все. Смотрите. 3 пары 100 рублей. Носки, кстати, классные. Я здесь покупала, мне понравились. И тоже и мужские. 3 пары 100 рублей. Всякие разные. Все есть. Такой небольшой уличный рыночек. Я зонт не брала. Надеюсь, успею убежать. Погода еще наладится. Еще непонятно, не знаю прогноз погоды. Видите, люди в шапках ходят. Потому что на самом деле холодно, вот как по зиме. Так, вот с вами прогулялись, цены узнали. Хорошее дело сделали. Так что, если вам что-то надо приобрести, вот сюда приезжайте. Хорошего дня!